Очередное заседание губернаторского совета прошло в администрации городского округа Люберцы. На совещании обсудили вопросы поставок электроэнергии после природных катаклизмов в Раменский район. Также подняли тему по эффективному использованию систем учета и проблем, связанных с интенсивными пассажирскими перевозками через территорию Московской области. На совете, который работает при губернаторе Московской области, были рассмотрены системные вопросы строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики. Мы сегодня приняли решение о том, что необходимо совместно с Мособлэнерго и при поддержке Министерства энергетики скорректировать план действий до конца года, чтобы, первое, все средства, которые были выделены Московской областью для решения проблемы, были в полном объеме выделены, чтобы дать рекомендации от имени нашего совета всем муниципальным образованиям. На совете была отмечена тема качества энергоснабжения, которое подается в дома жителей Подмосковья после природных катаклизмов в текущем году. Прошедшие ураган 29 мая, в основном у нас, скажем так, наибольший объем повреждений был как раз по востоку, и поэтому сроки восстановления энергоснабжения там были достаточно серьезные. По словам Неганова, сейчас идет разработка новой программы развития газификации в Московской области. В сентябре ее представят на суд правительства региона. Участники совета обсудили уже существующую программу строительства межпоселкового газопровода, которая действует в регионе с 2012 года. Также были затронуты вопросы водоснабжения в городском округе Люберцы. Есть вопрос по южной водозаборной узел, пятыми, он говорит. И мы стремимся войти в государственную программу Московской области и выступить в этой программе как, скажем, с позиции софинансирования этой темы. Поэтому наши специалисты, мы достигли договоренности, подготовят некие документы в МинЖКХ, и я надеюсь, что в следующем году мы будем включены. По словам главы, жители Малаховки смогут получить чистую воду в 2018 году за счет реконструкции водозаборного узла. Также на совещании были рассмотрены проблемы, связанные с интенсивными пассажирскими перевозками через территорию Московской области. Сапсаны, которые идут, и с одной стороны, они у нас как бы дают возможность нам за более короткий срок достичь нашу северную столицу. Вот сегодня доклад был представитель РЖД, что к декабрю текущего года будет даже сокращен регламент движения, то есть имеется в виду, быстрее будет достигаться, и дополнительный поезд будет пущен 21.00, я думаю, это оценят жители. Все озвученные проблемы и вопросы на совещании остаются на контроле председателя губернаторского совета Лидии Антоновой. Следующее заседание состоится в сентябре. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.